Так. А вот старый выход из метро Сокол, вот он, по-моему, ну год точно я здесь назад был, и вот он ремонтировался, продолжает ремонтироваться все. Тут вход вот слева, а выход справа. И такая вот арка между ними. Вот ее все ремонтирует, ремонтирует. На той стороне новый вестибюль. Вот он. Ну, когда туда ехал, вот оттуда выходил, да, ну, в общем, фраза, конечно, дурацкая, туда оттуда. Но тем не менее, когда ехал снимать трамвай, выходил через новый, вращающий старый. Ну и вот симпатичная пожарная часть. Так, ладно. Все это замечательно. Пойду. Какие ручки. Смотрите, какие ручки вообще, а? Обалдеть. Девушка даже еле-еле открывала ее. Такая массивная ручка. Вот та самая галерея полукруглая, которую с улицы видели. Смотрите. Доска. Метрополитен. Станция Сокол. 36-38 год. Движение открыто сентябрь 38-го. Старая станция. Знаете, надписи какие? Телефон, автомат. Сейчас уж так и не пишут. Или автоматов на вход. Сейчас 7-й. Вот. А это вот вход через тот вестибюль. Вот так вот все устроено. Дождемся поезда уж тогда.
все, сейчас дождусь своего поезда и поеду домой. Спасибо всем, кто был со мной. Всего доброго.